Григорий Венгеров, сидя на телеге, мирно правил лошадью. Его старая кобыла, рыжая, вся в белых пятнах, понурив голову, неспешно плелась по пыльной дороге. Август нынешнего года выдался жарким. Дожди выпадали очень редко. И, несмотря на жару, в полях колосились янтарные наливные хлеба, терпеливо дожидаясь жатвы. Григорий сидел на краю старой скрипучей телеги. Держал в руках вожжи. Солнце входило уже в зенит. Пекло нещадно. «Эх!» — бурчал себе под нос Григорий. «Надо бы было раньше выезжать. Вот попал в самое пекло». Он рубашка вся на спине взмокла. «Мокрое место!» и Григорий поежился. Мокрая от пота рубаха неприятно липла к телу. «Да так твою через так, а? Что ты будешь делать, а?» — выругался Григорий. «Снять, что ли, рубаху-то?» «А снимешь на солнце, как поджаришься, о -о -о, шкура потом чулком слезать будет». «Эх, а!» А дорога так и петляла среди полей. От набегавшего ветерка приятно шуршались золотые хлеба. Григорий огляделся по сторонам. Эх, Наталья, не дожила ты до сегодняшнего дня. Сокрушенно произнес он. После смерти жены Григорий очень часто разговаривал сам с собою. Тем паче, что дочь выросла. В город умчалась. На поиске лучшей доли. Красота-то какая! Лепота! Жара! А хлеб прет, ох, прет, что из силы. Ничего ему не пороком. Недаром зима снежная была. Выдать хорошо землицу талым снегом пропитала — «Видать. Водиться бы попить, а?» И Григорий пошарил правой рукой в телеге и извлек старую металлическую флягу, в которой по обыкновению хранил воду. Отвинтил крышку и поднес к губам. Сделал глубокий глоток. Отер рукой губы и подбородок. «Теплая водица-то!» Фляга накалилась от солнышка. Хоть сеном ее он укрыла, горячая. Да ладно, умыться сойдет. И он аккуратно положил вожжи на телегу рядом с собой и умылся из этой же фляги. Эй, рыжуха, обратился он к своей старой кобыле. Поди устала, родненькая, а? «Водильца испить не хочешь?» И кобыла словно поняла своего хозяина и фыркнула. И в тот же миг она остановилась. И Григорий слез с телеги и подошел к ней. И обнял ее прямо за морду. Рыжуха дотронулась до хозяйской щеки сухими губами. «А умная ты живность, Рыжуха!» И почитай теперь ты. Все. Ты вся моя семья. Ну и, пожалуй, пес Гошка еще остался. И Григорий налил пригоршню воды и отер морду рыжухи. Та фыркнула с явным удовлетворением. — Что? — Нравится. — Чистая будешь. — Освеживительная. Затем он напоил лошадь прямо из фляги. — Напивайся. И Григорий снова сел в телегу и взял вожжи. «Ну, родимая, ну!» — прикрикнул он на лошадь. «Пошла!» И рыжуха поплелась по дороге по направлению к лесу. «Сейчас в лес въедем, все полегче станет. Может, отдохнем немножко». И рыжуха ему кивнула. Григорий, не выдержав пекла, извлек из телеги старую ситцевую кепку — которую ему еще сшила жена лет двадцать назад, и нахлобучил на голову. «Да, в следующий раз зонтик возьму», — твердо решил он. «И рыжухи тоже панамку надену». И именно с такими мыслями Григорий продолжил свой путь. Неожиданно от леса отделилась фигура — и направилась прямо по дороге навстречу телеге. Григорий слыл мужиком отнюдь не пугливым, нет. Однако он с опаской посмотрел на косу, лежавшую в телеге. И придвинул ее чуть поближе, чтобы было с подручней схватить в случае необходимости. «Кого это там несет в такой-то неурочный час?» В полуденную жару мало кто пешком по дорогам шастает. И Григорий невольно прищурился, пытаясь получше разглядеть этого приближающегося незнакомца. По дороге, неспешно, чуть покачиваясь, шел высокий бородатый мужчина, облаченный в длинную холщовую рубаху и точно такие же порты — на груди его отчетливо виднелся крупный крест. «Да так, твою через это, не неужто старовер? Случилось чего? Староверы просто так из лесу не выходят. Тем более одному», — вслух размышлял Григорий. О поселении староверов в здешнем лесу знали все местные жители. Когда-то в XVII веке, во времена Великого Церковного Раскола, перебрались они сюда, дабы сохранить чистоту души и веры. В те времена вокруг деревянного форта, а ныне села Венгерова, простиралась непроходимая глушь. Леса подступали почти что вплотную. Спустя два столетия на месте форта появилось селение, именовавшееся поначалу Галапупово, а затем Спасское. «Это тебе далеко, не Галапупово, да?» История села началась в середине XVIII века когда в здешних местах по указу чиновников поселились ямщики из Тарского уезда. Позже эти же чиновники для ревизской сказки проводили перепись населения и крестили село вот именно так, Галопуповым, потому как вышли им навстречу мальцы и с голыми пупами повыскакивали. Вот тебе и на, Галопупова. А дело это было еще и летом, но потому и выскочили. И на вопрос, почему голые, они ответили, мы лен не сеем, а мануфактурные фабрики далеко. Мы живем бедно здесь. Вот и приходится бегать с голыми пупами. Вот именно так и стало селение Голопуповым. В 1907 году село переименовали на Спасское. При реке Тартасе описывалось следующим образом. Жителей 1350 душ. Церковь каменная. Римский католический молитвенный дом. Сельское училище. Странно приемный дом. Врачебно-приемный покой. Почтовая телеграфная контора есть. Три ярмарки. Аж три из них самое главное с 8 по 16 ноября. Жировые, кожевенные и мануфактурные товары по преимуществу. Еженедельные базары. Три кожаных завода. Водяная мельница. Много лавок и сельский хлебозапасной магазин. Селение хорошо обстроено считается одним из наиболее торговых и зажиточных в уезде. Именно так и описывалось в документах. На позже при советской власти село было переименовано в Венгерова по имени уроженца Михаила Венгерова, деда Григория, солдата царской армии и участника Первой мировой войны а позже командира партизанского отряда, расстрелянного колчаковцами за предательство. По сей день селяне помнили историю о спецотраде Колчака, нагрянувшем зимой 1920 года. Как снег на голову. Боль тых. Было тогда при отряде много конных подвод, тяжело груженных. Остановились подводы, не доходя села. А потом все разом куда-то пропали. Все. Нема. Что привезли с собой колчаковцы? Селяне только могли догадываться. По тогдашнему Спасскому поползли слухи. Мол, отрядил адмирал Колчак верных людей припрятать свое добришко и важные государственные документы, чтобы не попали в руки большевиков». И Григорий Венгеров натянул вожжи. Рыжуха послышно остановилась. Старовер медленно, неуверенной походкой, приближался к телеге. «Больной, что ли?» хм, «Идет, словно качается», — рассуждал Григорий. «Да и выглядит как-то странно», Староверы давно уж так не одеваются. Откуда ты такой взялся? И, наконец, старовер поравнялся с телегой. Невидящим взором окинул Григория и его лошадь. Григорий невольно поежился. Уж больно высокий был этот старовер. Худой и бледный-бледный. Словно из гроба встав. Глаза голубые, невидящие, словно подернуты поволокой. Волосы и борода длинные, всклокоченные. Однако угрозы Григорий не почуял, а своему внутреннему голосу он всегда доверял. «День добрый, мил человек!» — по старинке произнес Григорий. Он очень не любил вот этих обращений типа «товарищ» или «гражданин». «Не, мил человек, так лучше. Человек милый. Жене». И старовер положил правую руку на крест, что-то промычал в ответ и сморгнул. Григорий тотчас отметил про себя длинные белые пальцы этого незнакомца, явно не знавшие тяжелого крестьянского труда. И кольцо. Широкое золотое обручальное кольцо с рубиновой вставкой на безымянном пальце правой руки. Такого Григорий в своей глуши отродясь не видывал. «Интересно, девки пляшут», — подумал Григорий. «А старовер-то, может, и вовсе и не старовер вовсе». «Уж больно чудной старовер какой-то». «Куда путь держишь, мил человек?» — не отступал Григорий. И старовер мотнул головой и пожал плечами. Набежавший ветерок разметал его длинную начесанную бороду. По плечам разметал. «Ты что ж, не мой на вовсе?» — осенила Григория. И старовер потупил очи долу. «Так ты это... Про прости меня, дурака. Ну, разве сразу нож можно понять? Говорящий ты человек!» или нет? И, казалось, старовер принял эти извинения, резко вскинул взор и пристально воззрелся на Григория. От этого взгляда Селенину стало как-то не по себе. Господи милосердный, ну и глазища! И чего у меня такое чувство, будто где-то я видел этого старовера? — Я вот, э, я, я направляюсь в село, — миролюбиво продолжил Григорий. — А тебе? Тебе куда надо б на то? А ты хоть, хоть намекни мне, жестом покажи. — А ты меня вообще чуешь? Слышишь меня? Чи не? Старовер в ответ кивнул мол, слышит. О, ну, значит, с ушами у тебя все в порядке. И то хорошо. Ну, ладно, тогда садись в телегу, но ну, не бросать же тебя тут, бедолагу, на полдороги. он худющий-то какой. Тебя чего, братья твои староверы, шо в они там, голодом заморили? Незнакомец хмыкнул и мотнул головой. И сделал робкий шаг к телеге. «Садись, садись, садись, а. не робей!» — подбодрил его Григорий. «Я хоть и не старовер, однако больного человека среди дороги я никогда не брошу. Чуешь, чине?» не?» Старовер в нерешительности замер на месте. А, горе ты мое! Горе! воскликнул в сердцах Григорий. Видать, в конец тебя, братья, по вере запугали, а? Ты, братья и сестры. Коли ты вообще всего боишься. Ну, садись. Не обижу у Бога. А чем ты только им не угодил-то, а? Старовер безмолвствовал. И Григорий не выдержал и слез с телеги. Приблизился к незнакомцу и взял его за руку. От старовера повеяло сладковатым ароматом ладана. И он вздрогнул, всем телом вздрогнул от прикосновения Григория. «А, рука-то твоя, одна кожа до кости», Сокрушенно заметил Григорий. «А — Ответь, божьи люди, а ты девы, да вы? — же, славо же голодом заморили. — А чем ты им не водил, а? Не проявлял должного усердия в молитве. Сокрушаясь, Григорий хорошо разглядел лицо незнакомца, но с прямой казался особенно длинным из-за худобы лица. Резко выступающие скулы обтянуты бледно-серой кожей. Голубые с поволока глаза ввалились, под ними залегли черные тени. Высокий лоб прорезали три глубоких морщины. Крупный, деревянный, почерневший от времени крест. Так и висел, на этой впалой груди, как в ложбинке. Ой, пошли, сердешный. И Григорий, держа за руку незнакомца, увлек его к телеге. Садись. Ну садись же ты, не боись!» и старовер послушно сел в телеге. Ну, вот и хорошо а ты боялся. И Григорий также взобрался в телегу, взял вожжи и взмахнул ими. И послушная рыжуха поплелась по припеченной солнцем дороге. Вон оно, наше пекло. Ничего, ничего, до меня приедем, накормлю до отвалу, пообещал Григорий. Я живу скромно, Сейчас такі времена, шо о, -о далеко не разбежиться тута. Пенсія миризна. Мизерная, як то пенсне, а не пенсия. Да и ту не приносять. А раньше на кожевенной фабрике работал. О, -о, -о, о А тепер шо? Все? А тепер вона закрита. Так що перебиваюсь тут, як могу. птицу развожу, пташечку, козу держу. Огород — это же, это ж опять же, это ж подспорье. С голоду не сдохнешь. Ну и это, самогоночку гоню. Ух, ядроны. А? а, будешь по пятьдесят? Но душу согревает отменно. А живу я один. Дочь куда-то подалася туда, сюда, уж который год там обретается. Замуж вышла, а детей нету. Так что погостишь у меня не забижу. Молитвы рьяна справлять я тебя не заставлю. Чуешь, чине? А? А там глядишь и с участковым нашим потолкуем. Да-да, потолкуем. -о. Да и пристроим тебя куда-нибудь. У нас теперь же свобода тут. И демо. Демократия. Демона. А вот так твои через так. Свобода. Веросповедание. Хочешь веришь, хочешь нет. Вот ты вижу, верить перестал. Да? Понимаю. Я поначалу тоже верил во Всевышнего. В храм наш Спасский ходил, молился там, лоба отбивав. А вот когда жена почти что год умирала, все, на отрез, перестал. А нету его бога-то, ну нету. А если и есть где-то там, то уж больно он там занятый своими делами. Не до нас с тобой. И на простые земные заботы ему тьфу, наплевать. Живи, как хочешь. А, вот так-то он, а, -а. а так, так. Жизня. И Григорий тяжело вздохнул. Ему вспомнилась жена. Как она болела и умирала в течение целого года. По чуть-чуть тухла свеча. Э -э 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 да. И он смахнул непрошенную слезу тыльной стороной ладони. А телега, поскрипывая, медленно катилась по лесной дороге. Рыжуха неспешно плелась впереди, понурив свою голову, словно внимая горестным словам хозяина. Деревня Староверов уже 1994 год. Путь староверов в здешние леса был долог и труден. Не все староверы сумели выжить, преодолев три тысячи верст, начиная от самой Польши до предписанного ему дела. А те, кто и выжил, поселился в болотистых лесах, разметавших по берегам реки. Во второй половине XVII века патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича Тишайшего провел церковную реформу, приведя церковные книги и обряды в соответствии с греческими. В это время в Московии, именно так называли Россию на Западе, Появилось множество иностранцев, в частности, немцев-протестантов. Церковные чиновники не донесли до простого народа суть этой реформы, совершаемой на его же благо, отчего повсеместно появилось активное противление нововведениям. Тем паче, что в глазах народа это связывалось с непосредственным прибытием иностранцев. Многие священники восприняли происходящие перемены как проявление западничества и сатанинства. Правление Алексея Михайловича было ознаменовано многими бунтами, заменой серебряной монеты и медную. И в довершении принятой церковной реформы еще, сверху. И даже после падения патриарха Никона царь не отменил своего решения. Нет. И в результате власть получила отчаянное сопротивление монастырей. Соловецкий монастырь осаждался несколько раз, начиная с 1668 по 1676 годы. Воеводу Мещеринов приказал перевешать всех монахов. И в обществе произошел глубочайший раскол. Вот к чему это все привело. Раскольники староверы потянулись на земле речи, посполитой, и обосновались на реках Буге, Ветке и Соже. Польские паны охотно принимали беглых московитов и позволяли им селиться на пустующих у них землях. Столетия спустя на западных, за западных границах существовало множество старообрядческих деревень, которые не подчинялись никому, даже польским воеводам. К тому же они давали приют беглым российским крестьянам, а их становилось все больше и больше здесь. Екатерина II выражала крайнюю обеспокоенность таким положением дел и подписала специальный указ сената, в котором призывала старообрядцев вернуться всем живущим за границу российским раскольникам объявить, что им позволяется выходить и селиться особливыми свободами им прощаются все их преступления. Разрешается носить бороды и даруется воля в выборе сословия, к какому кто себя отнесет. Определяются также льготы от всех податей и работ сроком на шесть лет. И точка. Однако раскольники не поверили императрице и возвращаться на историческую родину даже не намеревались. Нет. Тогда Екатерина II прибегла к крайним уже мерам. Воспользовавшись раздробленностью и ослаблением власти в Речи Посполитой, царица отправила армию, а точнее сказать, Екатерина II организовала четко спланированную карательную экспедицию. Возглавил ее генерал-майор Маслов. Маслом помазано. Командуя двумя полками, он окружил поселение раскольников, расположенные на ветке. Пленил 20 тысяч человек. Не обошлось и без кровопролития. А без этого никак. Захваченных раскольников, согласно монаршему указу, он отправил на вечное поселение в Сибирь. Переброска раскольников из Польши в Сибирь заняла несколько лет и унесла множество жизней ни в чем не повинных людей. Староверов переправляли по 200-300 человек, как переселочный лагерь, переселенцы. А затем далее и далее, по этапу. Староверы обрели уже свою, так сказать, сибирскую родину. Фарпост, расположенный на месте селения Венгерова, пытался контролировать расселение староверов. Но все было тщетно. Они ушли в глубь лесов, в болото пошли, и именно там и обустроили свое родное поселение. Шестилетний Васятка сидел в лодке и внимательно смотрел на поплавок удочки. Пошел уже второй час его рыбной ловли, но, увы, безрезультатной. И мальчишка вздохнул и левой рукой поправил картуз. «Видать, Господь прогневался на меня, ежели рыбеху не шлет. Наверное, это я мамку обидел». И Васятка задумался – ни Настасью, сеструху, ни бабку Марью. Точно. И Васятка тяжело вздохнул. Все, не будет сегодня рыбехи. Не будет. Надо на к берегу гребсти. И он бросил удочку на дно лодки. Уверенным движением Заправский схватился за весло. Зерцо, расположенное вблизи деревни Староверов, выглядело небольшим, однако никогда не подводило осядку. Он всегда возвращался с уловом. Но, увы, не на сей раз. Бозенька ругается. И лодка носом уперлась в берег, поросшей травой. Васятка ловким движением бросил вперед прочную веревку, сплетенную из конского волоса. Чтобы припарковать свое суденышко. И выбрался на землю. Он извлек из лодки удочку, берстяной туесок с червяками и пустое ведро. Взглянув на пустое ведро, он покачал головою. Пусто им домой приду. Надо бы было на другое озеро идти. Может быть, там хоть получилось бы? и Васятка неспешно побрел домой. По дороге он не переставал размышлять, кого и как он мог обидеть. Ну, кого? А он все увидит. Там. И он пришел к выводу. Точно. Бабку Марию обидел. Баба Мария и пятнадцатилетняя Настасья стояли в избе на коленях перед божницей. Божница ⁇ это красный угол у староверов, где располагались иконы, кто не знает. Божница, а не божница. Угу. И молились перед ней, перед божницей. Мария машинально перебирала листовку и беззвучно шевелила губами. Лестовка, оказывается, а не листовка. Лестовка, от слова лезть или как? Лестовка – это распространенный в обиходе старообрядцев тип четок. Представляет из себя плетенную кожаную или из другого материала ленту, сшитую в виде петли. Знаменует одновременно и лествицу, то есть лестницу духовного восхождения от земли на небо. Видать отсюда, от слова «лестница». И замкнутый круг одновременно – Образ вечной и непрестанной молитвы. Употребляется лестовка для облегчения подсчета молитв и поклонов, позволяя сосредоточить внимание на молитвах. Они ваши четкие, которые в тюрьме. Видать, отсюда вы все пошло. Неужели? Молитвы считали? А. Ага. И Настасья же шепотом произносила молитвы. «За молитв святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь!» Чуть слышно пошептала она и согнулась в поясном поклоне. Затем перекрестилась и повторила трижды. «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе всяческих ради!» Баба Мария краем глаза посмотрела на внучку и, отвесив поясной поклон, тихо продолжала молиться. Анастасия словно эхо вторила бабке Марии. После слова «Аминь» молящиеся одновременно припали к полу в поклоне. «А еще, Господи, прошу тебя», — уже от себя по привычке добавила бабка Мария, «помоги родичу моему Алексею Вишневкому». Негоже человеку висеть столько лет между жизнью и смертью. Негоже. Великий Боже, определи его место. Либо среди нас, либо забери его к себе. Муки он принял тяжелые. И иного не заслужил. Бабка Мария с усилием воли поднялась с пола. Последнее время поясница сильно побаливала. Внучка также поднялась на ноги. «Бабуля, давай поясницу настоем смажу. Все полегчает», — предложила она. Баба Мария, теребя лестовку, ответила. «На ночь уже смажешь после вечерней молитвы. А теперь пойдем к нему, обиходить человека надобно. Помыть, прибрать, постричь да покормить. И Мария двуперстием размашисто осенила себя крестом. «Господи! Неужто он столько нагрешил, что места ему нету? Ни в раю, ни в аду!» «Не приведи, Господи, душе вот так скитаться!» «Не приведи!» «Бабуля, так душа его не скитается! Он же не умер!» — робко возразила Анастасия. «А он не жив и не мертв! Господи, пожалей его!» И Мария снова осенила себя крестом. «Сколько помню себя, только об нем и молюсь!» Девица еще была. С матери к нему ходила. Помогала прибирать. Сначала боялась до смерти. А потом привыкла. Все же как-никак. «А дед мой. А ты не боишься его? И Настасья мотнула головой. Не, а. А чего мне его бояться-то? Отец рассказывал, что прадед красивый был. Бога почитал? Почитал, буркнула баба Мария. Видать недостаточно почитал, раз такую судьбу ему уготовил Господь. Ладно, бери все необходимое и пойдем. Дел еще по дому полно. Не успели бабка Мария и Настасья выйти из дома, как повстречали Васядку. О, горышко ты мое! в сердцах воскликнула баба Мария. Ведро-то пустое, не к добру. И Васядка растерялся. Ба, ты прости меня, не ругайся. Рыбеха не ловилась там. Она словно ушла вся из озера. Ну нету там сегодня ее. Это Господь на меня прогневался за непослушание. Вчера ты меня наказала. И Васятка сокрушенно вздохнул и потупил очи до долу. И у старой женщины аж сердце ёкнуло. Ну что ты, Васятка? И она подошла к внуку и прижала ее к себе. Наказала я тебя вчерась и уверена, у Господа есть более важные дела, нежели твое непослушание. А рыбеху всю переловили уже, небось. Да и вон какая жара стоит. Озеро, небось, обмелело все. А ты в другом месте поди, полови. Угу. И Васятка с облегчением вздохнул. Бозенька, значит, не видел? «Значит, ты не серчаешь на меня?» И Мария улыбнулась. «А куда это вы собрались, а?» Не унимался любопытный Васятка, разглядывая увесистый узел в руках старшей сестры. «К прадеду твоему, на болото», — ответила Мария. А — -а -а", протянул мальчишка, — «понятно. Я за него помолюсь сегодня». Баба Мария уверенно шла по багле, едва заметной дорожке, вьющейся сквозь болот, высланной бровнушками. Настасья шаг в шаг семенила за ней. «Чуть оступишься, и все. Угодишь прямиком в Бадаран, поросший болотной ряской». «Бадаран» — у меня написано ударение на второй слог. «Бадаран» Это окошки в болотистых местах, где можно провалиться. Бадаран. Минутка Википедии. От староверов. А там поминай, как звали. Засосет трясина. Только лишь пузыри на поверхности останутся. Где-то недалеко очерикал болотный кулик. Ему бойко вторила Авдотька. Настасья аккуратно передвигалась по багле, размышляя. «Скоро в доте Малиновка и Евдокия Огуречница. Надо бы на залезной Малинкой сходить, на зиму насушить, да и огурцы собрать, засолить. А за ними Евстигней, Житник. А там Яблочный Спас подоспеет с наливными плодами. И Доженки» не за горами. Все надо успеть. Мысли же Марии были заняты отнюдь не делами насущными. Она думала о своем отчиме Глебе Вишневском, умершем двадцать лет назад. Глеба в деревне староверов особенно уважали, несмотря на то, что вырос он в Спасском. Был женат, ушел к староверам и с той поры деревню не покидал. Первое время к нему пару раз приходила старая женщина. Но после того, как Глеб женился на вдове из селения и контакты с внешним миром вовсе прекратил. Мария считала Глеба своим отцом. Ей было всего-то пять лет, когда мать вышла замуж за Вишневского. По фамилии отчима староверы называли и Марию тоже. Поэтому женщина считала себя причастной ко всем делам своего отца. Она знала, что Глеб хранит какую-то тайну. Куда-то уходит на болота вместе с матерью. Возвращались они оттуда молчаливые. Отчим от чего-то грустил по несколько дней кряду. ряду. Когда Мария выросла, матушка отвела ее на болото. Или, как там говорят, болота. Она помнила, как впервые шла по шаткой багле. Девушка недоумевала, куда матушка ее ведет и зачем, пока они не достигли острова, затерянного в лесных болотах. Багля закончилась и девушка ступила на твердую почву. Едва заметная тропинка, ниткой извивавшаяся среди болотного багульника, перемежавшегося с боровой маткой и топяной сушеницей, вела в аккурат к земляночке. Из узкой трубы, торчавшей из землянки, струился этот еле заметный дымок. Мать и дочь по шатким деревянным ступенькам спустились в землянку. В жилище царил сумрак. Свет скудно проникал через оконце, затянутое бычьим пузырем. Вот такое оконце. Мария увидела небольшую печь в углу. В ней еле-еле теплился огонь. Посреди жилища стоял стол. Два табурета. Сундук и кровать. А на ней неподвижно лежал мужчина. И девушка удивилась. Кто это, матушка? Неужели больник? Больник это колдун. Знахарь. Говорят, он умер. Умер, почитай, как лет пятнадцать назад уже. Точно, умер, — согласилась мать. Костюшки его уже давно уж гниют в болотной земле. Это твой дед, Алексей Вишневский. И девушка замерла с расширенными от удивления глазами. «Дед?» В смысле, отец моего отца? Отчима? Уточнила она, очнувшись. Он самый. Белый офицер. У Колчака служил. Пояснила мать и подошла к кровати. Ну, здравствуй, родич. Мария, заинтригованная, последовала за матерью. На кровати лежал мужчина, укрытый меховым одеялом до подбородка. Ранней осени в землянке было уже прохладно. На одеяле, сшитом из беличьих шкурок, разметалась эта длинная борода. И именно с этих самых пор ухаживать за Алексеем Вишневским стало обязанностью Марии. Она приходила на болотный остров в любое время года, в любую погоду приходила. Летом два-три раза в неделю, а зимой через день, обутая в охотничьи короткие лыжи. Надо было поддерживать тепло в земляночке. Без этого никак. И вот скоро эта обязанность должна была перейти Настасье. Мария чувствовала, что силы постепенно покидают ее. Мария и Настасья наконец достигли землянки и спустились по ступеням вниз. Открыли небольшую деревянную дверь, почерневшую от болотных туманов. Старые проржавевшие петли предательски скрипнули. И они вошли в жилище. «Разожги печь и воды согрей!» По обыкновению распорядилась Мария и направилась к постели. Настасья положила увесистый узел на стол и начала его развязывать. «Господь всемогущий!» Помилуй нас, грешных! возопила Мария, стоя у кровати. Ее дрожащая правая рука взметнулась в воздух со староверческим двуперстием, и неподвижно застыла там. Бабуля, что случилось? бросила с ней Настасья. И, увидев пустую кровать... Простодушно спросила. А где? Где прадед-то? Куда он делся? Неужто звери съели? Кобы зверь его сгрызло, остались бы следы, кровь или кости. Уверенным голосом ответила Мария. Он очнулся и ушел. Ой, Господи милостивый, что же будет-то? Запрочитала Анастасия. Он же словно дитя неразумный. Его же каждый обидит. Бери узелок и уходим. Нам здесь больше делать нечего. Решительно распорядилась Мария. Возвращаемся в деревню. О случившемся. Молчи, слышишь? Как рыба облет? Поняла? Настасья кивнула. Поняла. Чего не понять-то? Как рыба облед молчать буду. Помоги ему, Господи! — сказала она и осенила себя двуперстием. Итак, Мария и Настасья спешно вернулись в деревню. Внучка отправилась домой молчать, как она и наговаривала, рыба об лед, А бабка прямиком к священнику Акинфию. Время давно перевалило за полдень. Мария знала, что в этот час Акинфи можно застать в огороде, за молельным домом. Акинфи считался не только духовным лидером староверов, но и отличным земледельцем, в частности огородником. До недавнего времени Акинфи трудился с единоверцами в поле, но теперь, в силу почтенных лет, ограничился только лишь садом и огородом. И все. И Настасья вошла в избу, поклонилась в сторону божницы. Поставила узел на табурет около печки рядом с дожиночным снопом. Минутка Википедии от староверов. Дожиночный сноп. Что бы думали это? Он собирался в последние дни жатвы. Дожиночный сноп. Каждая женщина, участвовавшая в жатве, складывала в него по колоску. Каждая. Хранился он в избе около печки или около божницы. Стоял в течение года и менялся со сбором нового урожая. И согласно поверьям, он приносил в дом достаток, благополучие, мир и удачу. Все приносил и он стоял в течение года с прошлого сбора урожая. Так и стоял. А теперь ему недолго осталось. С окончанием жатвы матушка Настасья заменит его на новый. Уже. И, недолго думая, Настасья отправилась на задний двор, где обычно мать занималась плетением корзин или поделкой туисков. Теперь же она вместе с отцом трудилась на жатве. Настасья села на скамью, взяла несколько гибких ивовых прутиков и начала плести корзинку, мысленно моля Господа за Алексея Вишневского. Мария спешно миновала центральную улицу. Деревня староверов насчитывала 120 домов и свернула в направлении молельного дома. Женщина осенила себя двуперстием. Огляделась вокруг ни души. Староверы занимались каждый своим делом. И она прошмыгнула в калитку, ведущую в огород. Пройдя среди плодовых деревьев, Мария оказалась непосредственно в огороде. А Кинфий, облаченный в повседневную домотканную рубаху, расшитую умелой рукой супруги, хлопотал подлитых огурцов, огурчиков. Священник был стар, недавно разменял уже девятый десяток. Но еще не потерял проворности и сноровки. Еще не. Бог в помощь, отец Акинфий произнесла женщина, стараясь придать голосу ровный, спокойный тембр и тем самым скрыть свое волнение. Храни тебя, Господь, Мария, ответствовала Кинфи. Ты только посмотри, какие уродились, огурчики. Будешьо убирать на евдокию огуречницу, будешьо и Мария приблизилась к Акинфию. «Я только что с болота», — тихо сказала она и заговорчески посмотрела на священника. Я Акинфий стропинулся. «Как там, раб Божий, Алексей?» — настороженно спросил он, почуяв неладное. «Пропал!» — коротко ответила эта женщина и Акинфий осенил себя двуперстием. «Очнулся, стало быть, очнулся. Да это через столько-то лет. Точно говорится, пути Господни неисповедимы. Помню его молодым, красивым, статным офицером». Сколько же мне тогда было? Лет шестнадцать. Не боли. Что делать? Что делать, отец Акинфий? Волновалась Мария. А тут только пожал сухоньками плечами. Да ничего, матушка, ничего. Ничего не делать. То, что он очнулся, промысел Божий, если хотите чудо. Знать Господь возложил на него свой перст, пробудил и отправил в мир людской. «Да как же он там уцелеет?» — волновалась Мария. «Да как он из леса выйдет?» А Кинфи только улыбнулся. — Коли Алексей по багле прошел, не ступился в болото, а я, я в этом не сомневаюсь, то и из леса выйдет. — Господь его не оставит. — Чудо, что он после стольких лет смог очнутися. И своими собственными ногами пойти. Так что ты только верь, матушка. Я верю, но я очень боюсь за него. И Мария смахнула тыльной стороной руки слезинку со щеки. А ты молись, матушка. Молись я. И я за него помолюсь не всегда нам дано постичь замысел Господен. Знать дело у него в миру осталось, незаконченное. Вот уладит Алексей все свои дела, и только тогда приберет его Господь. У каждого из нас своя дорога. К Всевышнему. И вот телега Григория приближалась к селу. Рыжуха, почуяв близость дома, пару раз всхрапнула и, снова понурив голову, поплелась уже по сельской дороге. А вот и все. Почти добрались, констатировал Григорий. Еще немного осталось. А. Телега, поскрипывая, приближалась к центру села. К церкви святого Спаса. Старовер, словно пробудившись от сна, всем телом подался вперед. А затем он промычал что-то невнятное, указывая длинными перстами правой руки на эту церковь. «А, церковь святого Спаса, самая красивая в области. Так что, ежели хочешь, иди». Дай помолись! Но старовер молчал. По его щекам так и струились слезы. И бесследно пропадали в этой длинной бороде. И Григорий оглянулся и пристальным взором смерил этого незнакомца. «Что, давно у Венгерова не был?» «Ну да, перемен много. Говорят, скоро жизнь наладится, и заживем мы хорошо и счастливо. Скоро Буде. Да так твою через так!» «Вот так вот. Да вот только я во все эти сказки ваши не верю. Не веру я. Нам давно еще обещали, что будем так жить. Так ведь? А деньги станут вообще за ненадобностью. Как куры клюют. Каждому, мол, по потребностям, а от каждого требуется что? По способностям». А теперь развалили все подчистую. Разворовали все. Три кожевенных завода на селе было. И шо? А, где они теперь? Ну вот где? Стоять. Не работают. Встали. А вот скажи мне, вот неужто обувка никому не нужна, а? Что, прям никому? А церковь смотри, да и вы восстанавливают. Ага. Нужно, значит. А то не получается, да? Ну, пусть я не верую, но дело-то хорошее. Э, за что же отцы наши и деды воевали? За то, чтоб народное добро растащили. М? Деда моего, Михаила Венгерова, колчаковцы расстреляли. А до этого пытали нещадно. Памятник ему стоит в центре города. Не удивлюсь, если в одно прекрасное время снесут его к чертовой матери. Да, 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 снесут. И скажут, все, пережиток прошлого. Угу. Григорий что-то говорил и говорил о своем, о наболевшем. Старовер же долго смотрел на церковь, провожая ее взором. Из его глаз так и струились слезы. вот так вот, монолог за монологом, Григорий подкатил к дому. Соскочил с телеги, отворил выкрашенные коричневой краской ворота. рыжуха у меня умная животина. Она сама зашла во двор и остановилась. М? Припарковалась. И из будки выскочил пес Гошка и приветливо затявкал и пробежался вокруг телеги. Григорий затворил ворота и начал распрыгать лошадь. Затем отвел стойло и наполнил бодейку чистой водой. И рыжуха тот час припала к ней губами. — Конечно, это бы тебе не та маленькая бутылочка. — Пей, пей, напывайся. А старовер так и сидел на телеге посреди двора. — а подле него так и крутился этот гошка, и с интересом поглядывал на гостя. Григорий завел старовера через сени в дом. Обстановка была простой, выдавая одинокий образ жизни этого хозяина. На столе стояла пара глиняных горшков. На плоской тарелке с надколотым краем лежал молодой зеленый лук и редиска. Чуть поодаль хлеб, нарезанный толстыми ломтями. На выкрашенном белой краской деревянном буфете сидела серая кошка. И при виде хозяина она смачно зевнула, томно вытянула передние лапы и так и осталась лежать на прежнем месте. Горницу в три окна от спальни отделяли ситцевые цветастые занавески, повешенные еще заботливой рукой ныне покойной хозяйки. С тех пор Григорий в жилище ничего не менял. «А нашу?» «Все осталось, как прежде, при жене». А в правом углу от входа висели иконы. Григорий хоть и разочаровался в Господе, а убрать их таки не решился. Он только лишь изредка смахивал с них пыль, свечей не разжигал. Между окнами, украшенными белыми занавесками с рышелье, виднелись в самодельных рамках старые фотографии, еще начало века, времен второй мировой войны 60-х годов когда Григорий и его жена были еще молоды и полны надежд на будущее современным фото среди них места не было М -м, не нашлось а старовер как столб стоял подле двери да ты проходи, проходи, садись. Григорий жестом указал на диван, застеленный гобеленовой накидкой, купленный в местном сельпо. Над диваном красовался плюшевый коврик с изображением оленя с ярко-оранжевыми рогами и такими же копытами. «Сейчас, сейчас, сейчас!» одежку тебе подходящую подберем. И Григорий скрылся в спальне. И послышался звук открывшейся двери шифонера. Старовер тем временем осмотрелся, осторожно прошелся по горнице, остановился около старых фотографий, развешанных между окон. Одна особенно привлекла его внимание и старовер что-то промычал. И снял фото со стены, и впился в нее цепким взглядом. «Ну да, одежа не послышался голос Григория из спальни. «Ну, чистая и нерваная. В ней за венеровца ты вполне даже ничего себе сойдешь» и хозяин вышел из спальни и застал старовера с фото в руках. И он бросил вещи на диван. «Чего смотришь?» — удивился Григорий. И приблизился к староверу и прям принял у него из рук фото. На нем был изображен мужчина лет 35, в амуниции красноармейца, с казачьей шашкой на перевес. «А, так это ж прадед мой, Михаил Венгеров. Фотография, да, она чудом сохранилась». И Григорий повесил фото на прежнее место. «Ты давай это, переодевайся, чуй, а я сейчас ботинки тебе еще принесу». И когда Григорий вернулся из сени с ботинками в руках, Старовер так и стоял на прежнем месте. «О, горе ты мое! Давай раздевайся! Давай, помогу я тебе!» В сердцах произнес хозяин. «Запуганный ты какой-то!» «Да никто, никто тебя в моем доме не забидит! Чуешь, что кажу?» «Немного очухайся!» Присмотрися, а я тебя потом к этому, к врачу отведу. И вскоре старовер, обреженный в обновке, сидел уже за столом. — На, бери хлеб, вот, лучочек, редисочку бери для аппетиту, наедайся, — хлопотал Григорий. У меня там в печечке еще картошка в мундире вороная стоит. Остыла уже, небось. а да ничего, холодный можно с сальцой поесть. Очень даже вкусненько. И Григорий извлек из печки чугунок с картошкой и поставил на стол. Чарашняя. Это я с вечера варив», — пояснил он, открывая крышку. И он извлек из чугунка большую аппетитную картофельну и протянул ее гостю. Держи, прошлого урожая. Но сохранилось хорошо. О, какая! Рассыпчатая! И старовер взял картофельну, покрутил ее в руках. Понюхал, словно не ел целый век. И забыл, как выглядит простая крестьянская пища. И Григорий усмехнулся и подумал. Забили мужика, Божьи люди. В конец забили. Все мозги растеряв бедолаха. Это ж надо так. а затем староверно откусил картофельну прямо с кожурой. В селе с Паском жизнь била ключом. Небольшие кожевенные заводы, маслобойня, мельница, бесчисленные торговые лавки и ремесленные мастерские исправно работали все, обеспечивали селян всем необходимым. Излишки же продукции реализовывались на еженедельных ярмарках прямо в центре города. Селяне жили в достатке. Занимались ремеслом и домашним хозяйством. Сеяли и жали хлеба. Водили скотину, и они всем были довольны. И никто не хаял существующую власть. Никому даже в голову не приходило, что вместо царя-батюшки Николая II вообще может править кто-то другой. Ну, разве что его сын или наследник – сосланные почти что полвека назад, в эти места они прижили здесь и пустили глубокие корни. Станислав Хлюстовский, потомок сыльных, держал свою мастерскую по изготовлению обуви. Кожи он закупал тут же, в селе, на месте. Его дом полная чаша, наиполнейшая просторный и благоустроенный, радовал глаз. А хозяйничала в доме Злата, жена Станислава, из рода Якубовских. Сын Николай рос смышленым и подвижным ребенком. В свои девять лет во всем старался помогать отцу и матери. Опекал младшую трехлетнюю сестру Кристину. Станислав считал, Николай должен учиться, чтобы полученные знания по письму и арифметике применять уже на пользу общего семейного дела. Ибо в мастерской ему нужны грамотные помощники. И поэтому он решил отдать сына в церковно-приходскую школу. И вот однажды за завтраком, сидя за столом, Станислав сказал сыну, вот закончится сезон жатвы. Пойдешь в школу. Подрастешь. Ну, будет на кого мастерскую оставить. Николай проживал хлеб и запил утренним молоком. И я смогу читать? Сможешь, подтвердил отец. А ты мне купишь книжку про войну? Тотчас выпалил Николай и залпом осушил чашку с молоком. Но отец только рассмеялся на все это. «Матка Боска!» — воскликнула Злата. «Про какую такую войну? На что она тебе сдалась?» «Ты отцу в мастерской пособляй!» И отец опять рассмеялся. «Чтение развивает разум», так говорил мой отец и дед. Если хочешь, достану тебе из сундука книги отца. Хочешь? Читай. И злато только всплеснул руками. Ах, балыш ты его, Станислав. Ни к чему мальчишке голову сбивать. Ни к чему всем этим. Но Станислав отрицательно покачал головой. А не права ты, Злата. Отец твой, земля ему пухом, считал, что грамота — это для богатых. Все речь ни ты, ни братья твои не умеют. Ни писать, ни читать. А мои дети будут учиться. Неужто и Кристина тоже, — удивилась жена. А девочкам учиться тоже не грех, — спокойно отрезал Станислав. «Ну, спасибо за завтрак, а то дела в мастерской ждут». И Станислав встал из-за стола, перекрестился на образа и вышел из горницы. Алексей очнулся на синовали под двумя теплыми одеялами. Воспаленным взором он обвел все помещение, и попытался подняться. Голова окружилась. Тело за время болезни и дальнего перехода, оно ослабло все. И, одевшись, Алексей вышел на воздух. Его обдало по зимнему холодным ветром. Хозяйка, жена отца Тихона, Матрена, хлопотала по хозяйству во дворе. Господь всемогущий! — вскрикнула она и перекрестилась. Перед ней стоял худой, бледный, сотросший бородой Алексей. — Идем в дом, а то простудишься на старые дрожжи. И Матрена подхватила Алексея и увлекла в дом, усадила его за стол и быстро собрала поесть. Но Алексей даже не притронулся к еде. Скажите, что осталось с моей женой Кристиной. И хозяйка потупила очи додолу. Ледяной страх сковал сердце капитана. Прошу вас, говорите! и хозяйка перекрестилась. Земля ей пухом. Померла супружница ваша от родильной горячки. Схоронили мы ее в тайге, а уж потом в деревню возвернулись. И Алексей беззвучно заплакал. «А ребенок?» а «Ребенок!» — наконец вымолвил он. «Так девочка родилась, хорошенькая. Бабка из Спасского приходила и забрала ее». И Алексей закрыл лицо руками. «Так ты поешь, сердешный!» — беспокоилась хозяйка. Алексей закрыл лицо руками, и он застонал. И в тот же день Алексей ушел на болота. Долго ходил по острову, размышляя, что же ему теперь делать. Приказ Колчака он выполнил. Золото было надежно спрятано. А офицеры, как он надеялся, ушли в Маньчжурию. Но он потерял любимую жену. И, наконец, он вошел в одну из землянок и лег на деревянные нары в надежде умереть. Но Господь распорядился по-своему. Спустя пару дней Алексея нашел Акинфий. Юноша решил, что капитан спит, и попытался разбудить его. Но все было тщетно. Потом Акинфий подумал. Вишневский умер, однако тело его Хранить тепло. И тогда Кинфи расстегнул телогрейку, прильнув к груди Алексея. И он долго прислушивался. И, наконец, уловил эти редкие слабые удары сердца. И Акинфий спешно направился домой. И он поведал родителям, что нашел, наконец, Алексея. «Батя, он ни жив, ни мертв сам!» — воскликнул юноша. «Как такое может быть?» — удивилась Матрена. А Тихон задумался. «Я про такое слыхал. Хвор редкостная. Называется летаргия. Литаргия это болезненное состояние, похожее на сон. Литаргический сон. И тихон вместе с женой и сыном отправились на болота, и там уже внимательно осмотрели Алексея. «А обхаживать его надобно, как живого, решил Тихон. Может, еще очнется. «А такое бывает?» — удивился Акинфий. «Все в руках Господа!» — назидательно ответил отец. И с тех пор Акинфий и Матрена ходили на болота и ухаживали за телом Алексея, кормили его с ложки жидким бульоном. А Тихон же беспрестанно молился, чтобы Господь либо прибрал раба своего Алексея к себе, либо пробудил ото сна. Много лет сын с матерью несли свою ношу. Много, много лет. Покуда не умерла Матрена. Затем, ненамного пережив жену, скончался и Тихон. И Акинфий по решению старейшин занял место своего отца. И вскоре Глеб Хлюстовский оставил Спаское и перебрался к староверам. И они приняли его, как своего приняли и семья Глеба приняла на себя заботу об Алексее Вишневском. Кристина, запыхавшись, вечером примчалась к Григорию. — Старовера не видал? Григорий пожал плечами. — Не-а. — А что случилось, а? — Да пропал он, — выпалила девушка. — Уже весь двор обшарила. По деревне вон пробежалась. Я даже в церковь зашла. Батюшка, — сказывал, — заходил к нему мужик. — На Старовера нашего похожий. Помолился, постоял подле алтаря, поплакал и ушел. О, худо дело. заловой то у него явно не в порядке. Чего учудить неизвестно, сокрушался Григорий. А Владимиру? Владимиру ты сказала? Да знает уже. На газике по округе поехал. Может, забрел куда по ошибке. Участковый Владимир вернулся вечером. Григорий не утерпел. — Ну что, нашелся? — спросил он Владимира. — Так куда там? Как в воду канул. Участковый беспомощно махнул рукой. — Говорил вам еще поначалу, Старовер он. Старой веры. А значит искать его надо бы на у староверов там, в деревне. Где они обитают? Видать, помыкался в меру. А у своих-то лучше. И Кристина, и Владимир переглянулись. Ну, вот только дорогу к староверам я уже точно не найду. — Уж больно далеко они в тайге там обосновались, — сказал Владимир. И Григорий почесал за ухом. — Так мне тоже не вдомек в такую глушь захаживать. — Может, это, бывший учитель Павел Назарович, может, он вас к староверам заведет? — Говорят, он в тайге дуже ориентируется, как у себя в дома и Владимир поспешил к бывшему учителю в музей. «Беда у нас приключилась, Павел Назарович!» — сразу же с порога выложил Владимир. Бобровский учитель отложил книгу в сторону. «Что стряслось, Володя?» — обеспокоился он. «Старовер пропал. Думаем, к своим братьям по вере ушел», Хм. И бывший учитель задумался. Ну так это хорошо. Ему там самое место. А чего беспокоиться-то? И тут Владимир рассекся. И то верно. Растерянно согласился он. Да вот только вот Кристина волнуется а я к староверам не дойду. Больно далеко они в тайгу забурились. А вы наверняка к ним дорогу знаете. Коли он там у своих, то уже вернемся со спокойной душой, все узнавши. А Бобровский ходил к староверам, и этого потомка Вишневского он там точно не встречал. И откуда он вообще только взялся? Точно, золотоискатель. К староверам прибился. И все это очень будоражило воображение бывшего учителя. И тайна исчезнувшего золотоколчика Колчака ему не давала покоя. «Хорошо, отведу вас к староверам», согласился Павел Назарович: если там нет вашего найденыша, то помочь уже ничем не смогу. Бобровский уверенно ориентировался по тайге. К вечеру он вывел кристину и владимира к деревне староверов. Григорий соглаш сославшись на занятость по хозяйству, в поход идти отказался. Уж больно далеко до тех староверов туды. Компания оказалась в довольно большой ухоженной деревне. Заправлял здесь когда-то отец Акинфий, божий старец. Теперь-ка жив, ему уж за девяносто перевалило. — — сообщил Бобровский, уверенно шествуя по деревне к молильному дому. Центральная улица была малолюдна. Однако редко встречавшиеся прохожие косо поглядывали на незваных гостей. Их здесь явно недолюбливали. Отец Акинфий уже отслужил по вечерницу и выходил из молильного дома когда заметил троих нездешних селян. И он поднапряг свое зрение. И один из пришельцев показался ему дюже-дюже знакомым. «Вечер добрый, батюшка!» — начал разговор Бобровский. Отец Акинфи обладал хорошей памятью. И тотчас вспомнил, как лет пятнадцать назад этот человек заходил в его деревню и допытывал о пропавшем колчуковском золоте. Он все вспомнил. Но ответов от селян он так и не получил. А Кинфи тогда заверил бывшего учителя, что понятия не имеет об вашем золоте и Бобровский ушел, не солоно хлебавши. Кристина заметила эту напряженность и недоверие во взгляде отца Кинфия, и она пышной грудью оттеснила бывшего учителя. — Помощь ваша нужна, батюшка. Прибился к нам старовер. Назвался Алексеем Вишневским. — Экинфий удивленно вскинул кустистые брови. Кусты. Продолжай, дочь моя, спокойно произнес он, внимательно вглядываясь в лицо этой девушки. Думала я, что он родич мой по прадеду, белому офицеру, капитану Вишневскому, Павел Назарович. И девушка кивнула в его сторону в селе нашем музей организовал. Так вот фото его старое имеется. Найденыш уж больно похож на предка моего. Вроде прижился в моем доме. По хозяйству помогал. Я думала, что кладоискатель. Ну, знаете, те, что золото Колчака ищут, никак не найдут. Мол, рехнулся на почве своих поисков. Но я жалела его, приют дала, а он пропал, навовсе. Вот так, сбивчиво рассказывала Кристина. Волнуюсь я за него. Он хуже ребенка малого. Вбил себе в голову, что он белый офицер. То штаб с капитаном назовется, то капитаном. Вот так вот. И девушка умолкла и неожиданно всхлипнула. «М -м -м, капитан — Капитан! Кинфи еще долго смотрел на нее, дивясь, как девушка похожа на свою прабабку, на Кристину Вишневскую, в девичестве — Хлюстовскую. <стальные> — <в славу> А найденыш вас в деревню не приходив? — Не приходив. — наконец произнес Акинфи: А коли и придет, то я дам вам знать. — Да не из наших он будет. — Видать, ты права, из золотоискателей. — Кто знает, сколь детей Вишневский по белу свету раскидав? — Может, и вправду его потомок. — Может, и так. А теперь время позднее. До дому возвращайтесь. Велю жене вам на сеновале постелить. Жена Акинфия собрала гостям повечерить. В данном случае это отужинать. Но они говорят повечерить. Вечеря. А затем проводила на сеновал. Акинфий тем временем переоделся в мирское. Взял длинный шест, фонарь и по старинке, наполненный светлячками, и покинул деровню. Его путь лежал туды, до тех самых болота. Знал он их вдоль и поперек, и потому даже при свете луны он не боялся отступиться стояла полнейшая луна. Когда Акинфи, освещая баглю светляками, взошел на остров, спрятавшийся посреди непроходимых здесь болот. И он огляделся. Казалось, здесь ничего не изменилось. Акинфий был на острове. Убежище последнего белого офицера — он был здесь несколько лет назад. И Акинфий прислушался. А вот и только лишь звенящая тишина. И он направился к землянке, расположенной на дальней оконечности острова. Он пошел именно туда. Остальные землянки, построенные его предками, давно пришли уже в негодность и обрушились. А может быть и стараниями белых офицеров, сокрывших в них золото. Угу. Может быть. Последним из представителей власти деревню посетил комиссар с отрядом карателей. После пожара староверов никто не беспокоил уже. И только лишь изредка заходили кладоискатели, верившие в пропавшее колчаковское золото. Ммм, шукают клад. кладошукатели. Отец Акинфи им ничего не рассказывал. Он только удивился для поддержания разговора. И все. Охотники закладами так и уходили. Ни с чем. С чем пришли? Акинфий спустился по земляным ступеням и открыл эту старую скрипучую дверь. И он вошел в землянку. и светляки выхватили эту скудную обстановку здесь. Узкие деревянные нары, стол, табурет и бадья с водой. В углу стояла печь, сложенная из обожженных кирпичей. А на нарах лежал человек, отвернувшись лицом к стене. и Акинфий приблизился к нему, держа фонарь со светляками прямо перед собой. «Алексей!» — позвал он. Человек очнулся и повернул к Акинфию свое лицо. И священник замер. На него смотрел посидевший, Сморщенный старик? И казалось, Акинфий в свои 90 лет он выглядит куда лучше. Алексей, это ты? Не поверил своим глазам Акинфий. Я прошептал тот. А вы кто? Акинфий. Я Акинфий, сын отца Тихона. Помнишь меня? И Алексей задумался. Смутно. На память приходит белокурый мальчик. А я, я и есть. Только много лет прошло с тех пор. — Дюжи много. И Акинфий вгляделся в глаза Алексея. Они были мутными-мутными и бесцветными прям. — Господи, — подумал Акинфий, — он так резко состарился. А все-таки время взяло свое. Сколько же это ему должно быть лет? И Акинфий мысленно посчитал. «Меня он старше лет на двенадцать. Значит, ему уже перевалило за сто. Получается. А я умираю, Акинфий». Едва слышно произнес Алексей исповедуйте меня. Я в мирском платье, как-то смущенно ответил Акинфий. Все равно. Вы священнослужитель, вы христианин. Пусть и старообрядец. У меня осталось слишком мало времени. И отец Акинфий поставил фонарь на стол и начал читать надлежащую молитву. Фий хотел снять образок с шеи, дабы представить его Алексею в виде иконы. И тот жестом указал себя на грудь. А Кинфи догадался, и он расстегнул рубашку, и на груди Алексея виднелся золотой крестик и серебряный старообрядческий образок. И он аккуратно снял образок с шеи умирающего. Жены твоей, образок-то. Не удержался от вопроса Акинфи. Алексей ему кивнул. И священник поднес к его губам этот образок. Алексей исповедовался долго. И напоследок он сказал, ⁇ Прошу, похороните меня рядом с женой. Обручальное кольцо. ⁇ И он с трудом приподнял правую руку. ⁇ Отдайте Кристине, правнучке моей. Она как две капли воды, на жену похожа имя то же самое носит. Итак, отец Акинфий отпустил Алексею все его грехи. И на рассвете с первыми лучиками солнца капитан Вишневский ушел в мир иной. Стояла звенящая тишина, и неожиданно ее нарушил шелест крыльев. Иокинфий резко обернулся, и нечто светящееся метнулось из землянки через приоткрытую дверь. Возвращаясь в болот, отец Акинфи размышлял о промысле Божьем. Отчего Всевышний дал Алексею второй шанс? Отчего вернул его к жизни? Может быть, чтобы он увидел жизнь свободную? Или для того, чтобы Алексей встретился? со своей правнучкой. И со спокойной душой ушел в мир иной. А ведь он Акинфий, он последний, кто знает правду о пропавшем колчаковском золоте. И вот что? Что ему делать с этой тайной? хранить, как и прежде до самой смерти. И что он видел в землянке, Освободившуюся наконец душу, он видел. А кинфи всю дорогу терялся в догадках. И вот через несколько дней к Кристине в Спаске пришел молодой старовер. «Меня Тихоном зовут. Я правнук отца Кинфия», — представился он. Он велел передать, что родственник ваш упокоился с миром. И Кристина перекрестилась. Жаль его, сказала она. За кого же мне в церкви свечку ставить? Как его за правду звать? За Алексея Вишневского, раба Божия. Ответил Тихон и протянул девушке широкое, золотое, обручальное кольцо с рубиновой вставкой принадлежавшее покойному. «Вот, возьми. Тебе велел кольцо передать». И Кристина приняла это кольцо, покрутила его и надела на безымянный палец правой руки. Кольцо оказалось как раз в пору. остальные рассказы и все вообще аудиокниги находятся в нашей библиотеке. Снизу в описании, вот здесь, под видео, в плейлисте «Все аудиокниги». Там все наши истории, вся целая библиотека в наших рассказов идут, включаются все автоматически, кстати. Дуже даже удобно. Нажимаешь и спишь под них. Вот такое радио. Не забывайте подписаться, ребята. И не забывайте, конечно, кто хочет помочь по нашему каналу, стать спонсором, снизу тоже есть все ссылки в описании. Донаты, шматы и так далее. А на сегодня что? А на сегодня уже все. Споки-ноки. Увидимся. Покедово.